Всем привет! С вами я, Александр Сачков, и в этом видеоролике я буду играть в Warface, и я добью понятно, Warbucks, да. И буду я играть, я не знаю на чем, даже уже играть-то не на чем. Вот тогда командный бой тогда. Хотя нет, ну ладно. Так. Так, ладно. Ладно, я просто сейчас сыграну, как, ну, как получится, так и получится. Сыграть, наверное. Так. Так, если сейчас повезет, то я обязательно открою, ну, все. Я обещал это сделать на стриме, я отложил на потом, поэтому я решил, ну, открыть в этом видео. Граната! 30 коробок. Что следующее? Я не думаю, что я сейчас буду что-то делать. Нет, я вот... Сейчас только поиграю, а на следующем видеоролике я точно открою 30 тысяч варбаксов. Я хочу гранату! Для... Ну, не знаю, для чего. Для дигера. Нет, не дигер. Вот как у него золотой. Золотой дигер. Ладно. Почему я убить никого не могу? Так это что ж такое? Как так? В общем, в следующем видеоролике я так и назову. Открываю 30 тысяч варбаксов. Да. Так. Я еще точно не придумал на самом деле, что там типа такое. Я и не придумал, что короче. О, ах ты сволочь. Блин, не добил, ну ладно. Блин. Ну, я тащил это. Ну. Граната! Что-то именно в этой игре мне что-то не везет. Да. Видимо, тут даже круче, чем я играю. Видимо, так и есть. Граната! Там. Граната пошла! Случился. Ай! Вот мне просто не нравятся вот эти подкаты. Они какие-то... Мне подкаты не нравятся тем, что ну, они мешают. Хотя осторожно, это круто. Почему я его не смог убить? Фрески такой бы хрени не было. Давай. 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 Чтобы вы видели, потому что, блин. Ого. А, ладно. Молодец. Граната пошла! Надо помогать. Особенно те, которые могут затащить. Почему-то постоянно сзади меня. Ладно. Радует то, что мы тащим на один хил. Убил одно убийство. Почему я? Одного хочу, да? Не скажешь сейчас. Ой, убил. Осторожно, граната!
так. Ну, я бы убил второго, потому что... Если бы там... Карта маленькая же. Кидаю гранату! Чё? Да как так-то? Блин, я бы 90 почти его добил. Ладно. Солдат есть. Ура, что я все-таки. Граната пошла! Осторожно! Почему? Ну как так? 101 хэдшот и... Ну я напасу. И еще мы к тому же проиграем. Граната! Давай, взорвись. О, крутяк. Блин! Ладно. Все, стоим тут на 2 килла. Нормально. Да, не страх. Тоже дорого. Блин. Сволочь. А я почему-то так и думал, потому что я его в данный момент не убью. Граната прошла! Почему-то постоянно все сливается. Граната пошла! Почему? Именно на видеозаписи. Так я тащу. Тащу. Так, значит, блин. Как? Его же там не было. Ну как так? Ну, граната! Ладно. Осторожно, граната! Граната пошла! Так. Блин, сами себя. Кидаю гранату! Никого не взорвали. Опа! Золото, блин. Почему так всегда? Ну почему? Ну почему я его не знаю? Ладно. Кидаю гранату! Давай. Опа, гранаты. Блин, почему я уже стрелял прям в хедшот? У меня так направлено в прицел. Граната! Извиняйте. Граната! Я случайно? Нет, не случайно. Нет, по-моему, какой-то... Так. Извините, что я могу тут что-то проигрывать, но спасать килы, вряд ли мы... Граната пошла! Все, это конец. Миссия провалена. Мы ничего не смогли сделать. Я постоянно почему-то проигрываю на всех играх, ну, Warface. Почему-то я постоянно там проигрываю. Вот без видеоигры я постоянно выигрываю. А вот как снимаю видео, так всегда я проигрываю. Не знаю почему, даже в коробках, даже везде. Какой-то аккаунт у меня несчастливый, наверное. Ну ладно. Как-то вот так вот. Ну что ж я могу вам сказать, давайте сейчас войду в меню и скажу всегда, ну, как я всегда говорю, пока-пока и все, ну так вот. И именно сейчас я буду снимать второй видос там, где у меня 30 тысяч, ну, вы сами поняли чего, варбаксов, и так и нет. Нет! У меня нету 300 тысяч варбаксов, у меня просто их нету. Да, что же делать? Как быть? Ладно, сделаю по-другому. Я открою... Блин, ну ладно. Всего-то катку. Мне не хватило... Блин, мне не хватило всего... Мне не хватило всего... 9. 9 каких-то варбаксов. 9. Почему я не могу взять еще? Всего 10 варбаксов. Почему? Зато. Сейчас я еще одну. Прям уже. Ролик. Да, мало. Мало. Мой рекорд это, ну я не помню, 5000 или 6. Я вот здесь в тире набил. Оу,
Да, зря я это сказал, потому что он не за нашу команду играет. Та.91. Опять катка будет длиться где-то минут. Сколько она вообще идет-то, блин? Минут, наверное, 10. Я не знаю, правда. Вот сколько я играю на нефтебазе, я ни разу не знаю вообще в командном бою, сколько времени уходит. Так. Ладно. Сейчас посмотрим. Я так хочу белую акулу пройти еще раз. Получить еще одну акулу. Там, например, за инженера поиграть, за того же медика или за снайпера. Обязательно завтра поиграю. Но, наверное, уже не на видео. На видео я только вечером играю. А до вечера, наверное, мои жетоны уже, ну, не дождутся меня все-таки. Да и вечером я вроде не собираюсь видео снимать. Вот сегодня, 13 декабря, возможно, это видео выйдет. Не 13 декабря, а 14. Уничтожьте ответ Возможно, врага. даже 15. Я хрен его Раунд знает. начался. Вот пока не Кидаю сработает, гранату! тогда я не включу. Граната! Потому что захочется узнать, как я открою 30 косарей. 30 косарей. Вы понимаете, сколько это? Дофига. Дофига, это... Вы когда-нибудь видели 30 тысяч варпаксов? Ну, многие скажут, да, мы видели, мы накапливали уже. Граната пошла! Тратили, но зачем ты будешь тратить на коробки? Кидаю гранату! Мой ответ такой, что у меня никогда не было на этом аккаунте, на этом аккаунте. Никогда не было готового дима. Я хочу, точнее, ну, выиграть в коробке. Я читал разные, ну, сайты, где, как победить вообще в этой хрени. И там написал человек, то, что надо стандартом выиграть одно PvP мисс. И тогда волшебным образом с первым дигом. Как вы помните, мне с первой коробки уже выпал АК-47 золотой. Я был этому удивлен, ведь я только зашел в КС, я просто так снимал это видео. Видимо, когда я просто так снимаю, тогда мне что-то выпадает. А когда я стремлюсь к чему-то, то ничего не получается. Ну, так сильно. В общем, я не знаю, ну... В общем... Если получится выбить, я просто... Граната! Рад, наверное, просто. Граната! Потому что все золотой дик, мне так хочется в него поиграть. Это же такая сила. Мало патронов. Какая сила. Дигл. Когда мы видели золотой дигл. Многие сейчас скажут, да, мы видели золотой дигл. И что-то того, мы играли с ним. Мы его модифицировали как-то. Граната! Ну я вам скажу так. Я играл на первом аккаунте с золотым диглом. И мне это понравилось. Я хочу на такой себе аккаунт. Тоже золотой дигл, потому что, ну, это вещь крутая. Вот то, что я сейчас подорвался на медне, это чистая случайность. Ну, вы скажете сейчас, ты постоянно в каждом видео там, ну, на медне отрываешься. Я вам скажу, я устал реально уже сегодня играть. Это не первый мой запуск, я уже, если честно, играю вообще. Поэтому не первая моя катка, которую я сегодня играю. Игра есть, кстати, утра. Может, граната! Я не знаю, с 12 утра. Кидаю гранату! Играю. Да, я не читал. И реально я не могу читался сыграть, потому что только один раз. А хотелось. Ну. Красавчик. Блин, вот всегда так, ну, тащишь, тащишь. И вдруг тебе кто-то взрывает гранату. Да уж. Граната! Кидаю гранату! Почему? Я взорвал его, и он взорвал меня. Точнее, друга с человеком. Кидаю гранату! Граната!
Сорви кого-нибудь. Граната пошла! Не висит, нет. Везет мне только ПС в других играх. Осторожно! Граната! В Warface, вот сколько я уже играю, 3 года, граната! Я добился до 80 уровня, и сейчас я только добился до конца. Граната! Можно 26-го? Нет, до 27-го точно. У меня есть 27-го левел сейчас. И я считаю это мало, то что я играю уже на этом аккаунте где-то месяц. Я считаю, что это мало. Осторожно! Граната! Почему мне это так повезет? Граната! В кейсе в CS GO мне постоянно нет. А вот тут, я не знаю, это хрень аккаунт. Я так реально. Почему, когда я начинаю жаловаться на игру, я сразу троих убиваю? То есть вы реально сейчас все видите сами. Хотя я играю. Граната пошла! И фейковые видео с камерой. Граната! Случайно. Как так? Осторожно, граната! Осторожно, граната! Взорви кого-то, блин. Блин. Да я даже до третьего места не добиваюсь. А... Да, я еще смотрю до пятого. Осторожно! Ну хотя бы там, не знаю, в топ-5 попаду. Ну хотя бы. Человек круто. Граната! Блин, осторожно! Граната! Какая же! Граната! Проблема. Я тоже не сыграл. Почему? Осторожно, граната! Ладно. Осторожно, граната! 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 Кого я там убил? Ну не убил. Да еще один. Один. Ну. Почему? Почему? Я стреляю, пытаюсь что-то сделать, и никак. Так, то есть в этом видео даже две игры получили. Граната! За 7-2. Осторожно! Матча. Граната! И это круто. Потому что... Да, отлично. О, в подкате убил. Граната! Граната! Граната пошла! Вот как он его не заметил, блин? Никто не рейсит. Так всегда. Граната! В командном бою никто не рейсит. Кидаю гранату! Граната! Вот как так через стену? Хотя бы не включал. Это круто. Граната пошла. Кидаю гранату. Граната пошла. Кидаю гранату. Блин, ты да как? Я же далеко в игре нужен. Граната. Даже сейчас даже награду не получу. Осторожно, она граната. Игрался с этой задание и в ПВП. Ну да, в ПВП. И ни разу не затащился. Вот именно сегодня я ни разу не затащил. Может даже это будет гранат, но я. Осторожно! Гранат! Сегодня в ПВП играл. Кидаю гранат! Да, не в ПВП. Осторожно! Почему-то? Почему? Ладно. Осталось только затащить. Окей. Кидаю гранату. Давай. Граната пошла. Кидаю гранату. Давай. Так.
почему я не смог это сделать? Ну почему? Я же пытался. А, все, один вот килл. Все, yes. Профессионалов. Миссия выполнена. Yes! Да, я затащил. Какой, какой я, какой? Ну-ка. Ну-ка, стрима сегодня не будет, все отменяется. Я сегодня буду... В общем, сегодня... Открывать, именно сегодня, сейчас буду открывать коробки. Да. Потому что я так хочу. Вот так вот. Вот такой вот я. Ладно, я сегодня затащил 627 варбаксов. Это круто. И это значит, что я именно сейчас иду открывать коробки. В следующем видеоролике. И так. Окей. У меня 30613 варбаксов. Вот как-то так. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.